Российский певец и солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался, информирует «Известия» со ссылкой на «Звезду». Менеджер Шатунова сообщил, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. По данным пиар-директора Юрия Шатунова, он умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Однако в СМИ также сообщают, что он скончался в Домодедовской больнице в Подмосковье. Ему было 48 лет. Надеюсь, это неправда. Такая была первая реакция продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на новость о смерти Юрия Шатунова. Юрий Шатунов был солистом поп-группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Одними из самых известных песен Шатунова являются композиции «Белые розы», «Не бойся», «Детство», «Седая ночь», «Глупые снежинки».